we would never believe if we look back the way how we were before. И этот всемогущий Бог, который находится внутри нас, Он может изменить нашу жизнь настолько, что мы даже не будем не верить тому, что могло быть раньше что-либо другое. We came from heaven, we came from God, and the way, the reason why we suffer, because we forgot this. Мы пришли с неба, мы пришли от Бога, и причина наших страданий лежит в том, что мы забыли. God has given us this physical instrument so that we can experience this physical level of the universe, but we have not lost the spiritual power which connects with the higher level of God's power. And if we have forgotten that higher level of ourselves and only remember this physical level, then of course we suffer. Because the energy of this physical level is very, very suppressing, very pressurizing. It makes us suffer all the time. Бог нам дал физическое тело. И вот пребывание в этом теле, это является всего лишь нахождение на низшем физическом уровне. Мы утратили контакт, общение с высшими духовными уровнями. Мы забыли об этом. И естественно, что пребывание на нижнем физическом уровне очень мучительно, очень тяжело для человека, оно сопряжено с огромными трудностями постоянными, что вот унижает его вот эту духовную сущность, и связь потеряна. And the more we suffer, the more difficult for us to believe that God exists, and that's the problem. И чем больше мы страдаем, тем труднее нам как-то представить себе, что существует Бог, и в этом главная проблема заключается. The more we suffer, the further we are from God. And the further we are from God, the more we suffer. Тут взаимная связь происходит. Чем больше мы страдаем, тем дальше мы удаляемся от Бога. И чем дальше мы от Бога, тем больше страдаем опять. It will continue like that. И этот порочный круг продолжается постоянно. Until we so suffer that we get pressed down lower and lower until we experience hell. And that's how hell exists. И до тех пор вот это страдание нас принижает и опускает все ниже и ниже и доводит нас до того, что мы в конце концов оказываемся в аду. И вот таким образом и появляется ад. Jesus said that in the house of my Father there are many mansions. Иисус сказал, что в доме моего отца очень много людей. These mansions are the different spiritual levels of God's hierarchy. And in order to find Him, we have to go step by step upward, not mm-hmm. remain here and not to go down. Mm-hmm. И люди, чтобы попасть в высшие сферы, и проходят через такие как бы здания, находящиеся друг над другом на разных уровнях. В строгой иерархии построены один над другим. И чтобы достичь высшего просветления духовного, нужно преодолеть вот эти уровни по очереди. I'm here to show you how to go up. И мы собираемся вам показать, как подняться вверх. I will show you the stairs, but you walk yourself. Я покажу вам ступеньки, по которым вы сами будете подниматься. I just happen to know the stairs, and I just pointed to you. If you want to know it yourself, you are very welcome. Дело в том, что я как раз вот уже теперь знаю эти ступеньки, я могу вам показать их, и если вы хотите, вы можете тоже по ним пойти. И я вас приглашаю на это. Once we leave this physical rough energy of the earth planet and step up on the higher level of heaven, we will experience relief. Immediately, anytime. Когда мы, как только мы покинем вот этот низкий физический уровень планеты, планетарный уровень такой вот материальный, физический, на Земле здесь, покинем, преодолеем его и вырвемся, выйдем в высшие сферы духовных уровней, то мы почувствуем колоссальное облегчение, освобождение. Just like we left a dark underground room and stepped into the higher level of a building, and then we see the sun, we see the daylight immediately.
как если бы мы из подземелий, мрачных каких-нибудь подвалов, здания, вышли на свет, поднялись вверх, и сверху уже увидели солнце и дневной свет. And the higher we step into the higher mansions of God, the more elevated we feel, the more wisdom we will be reawakened within ourselves, the more power we will have, the more love will stream forth from God through our beings to bless the world and bless everyone, every being that come in contact with us or anyone that in our vicinity. По мере того, как мы будем подниматься по этим ступеням, через эти здания, расположенные на разных уровнях, все выше и выше к Богу, чем сильнее мы будем становиться духовно, тем больше в нас будет любви от Бога. Она будет нас пронизывать и от нас распространяться как бы на всех остальных, на остальных людей и на остальной мир. And after some time, when we reach the stage where we become like Jesus, we become one with Jesus, we can see Him, we can also talk to Him, we talk to other saints if we want, and then we become one with God. And that is when we know what Jesus had told us, that what I do, you can also do. И когда мы наконец достигнем того уже уровня, что Иисус Христос, мы сравняемся как бы с Иисусом Христом, мы станем как бы идентичны с Ним, и мы сможем, мы тогда увидим Его непосредственно, мы сможем с Ним разговаривать, мы сами пробудим в себе Бога, и тогда мы по-настоящему поймем уже, что такое, о чем говорил Иисус Христос, когда говорил о Царстве Божьем и о Боге в нас. Whatever state in the Bible about the power of God, about God takes care of us, just as He takes care of the blade of the grass, of the lily of the valley. Everything is true, completely true, but we must know, we must experience it. We must not just listen or repeating the words emptily. We have to know this experience, that God exists, God really takes care of us, God blesses us every day, every second of our life. But we must contact Him. Мы, когда читаем слова Библии о Боге, о том, что Он создает, создал все на земле, и каждую травинку, каждую лилию долин, и мы должны не просто воспринимать это как голую информацию, а прочувствовать, себя пронизать этим сознанием того, что Бог нас создал, что Он находится внутри, что все это должно в нас побуждать желание постоянного и непосредственного контакта с Богом. И вот это необходимо об этом все время помнить.